Каждый день с 8 утра мы производим медосмотр футболистов вместе с Дмитрием Александровичем Сорокиным, тренером по физподготовке. Производится контроль давления, веса, производится биоимпедансометрия, где мы определяем состав тела. Это необходимо для того, чтобы оценить текущее состояние каждого игрока, процесс восстановления, готовность, скорректировать, возможно, нагрузки, тем самым более качественно произвести подготовку в целом. После завтрака происходит подготовка к первой тренировке утренней. Это все происходит в массажном кабинете, где происходит тейпирование, растирание, подготовка мышц к нагрузкам. Это традиционная процедура, в принципе, перед каждой тренировкой, утренней и вечерней. Во время тренировки, как и во время матча, мы следим за текущим состоянием игроков. Естественно, при моментах травм, там еще каких-то ситуаций необходимо своевременно оказать помощь. Что мы, собственно, и делаем. Самое напряженное время для работы медицинского штаба – это вечернее время после ужина, когда происходят процедуры там, массажа, физиотерапии, мануальной терапии, когда мы ребят восстанавливаем после нагрузок, решаем какие-то сиюминутные проблемы. На сборы мы с собой взяли всю физиотерапевтическую аппаратуру, которую мы имеем. Это и аппарат ударно-волновой терапии, это и магнит, ультразвук, электрофорез, аппарат Нормотек, прессотерапия, это аппарат Game Ready, это миостимуляторы. В принципе, этого арсенала нам за глаза хватает, чтобы максимально эффективно ребят восстанавливать, опять же, после нагрузок. Очень приятно, что у нас есть возможность не просто иметь такие средства для восстановления футболистов, но и привозить их на сборы. Это очень облегчает нашу работу. Коллеги из других команд, с которыми мы пересекаемся, они по-доброму завидуют, потому что им в разы сложнее эти процессы даются.